should be ghetto. Yep. And just cause you poor, do that mean that you ghetto? Nope. Some people don't understand what it means to be ghetto. And if you gotta ask me, you probably never know. Неизвестно, там долгий путь, путь в вечность, в радужный поток. Что по фэшн на курде? Охуенно, прет, блин. Челопля, челопля. Ой-ой-ой. Блядь, поток прикрывает. Какой стол все вдруг? Ой-ой-ой. Че там? Убило? Фу, блядь. Какое пространство сразу. Как блядь. Ой-ой-ой. Ебать. А как ты перемещаешься на таком крылатом орле? Как они встали и пошли. Ну, знаете, я вам должен сказать, Виктор. Убило. Нахуй. Ой-ой-ой. Нахуй. Ладно, знаешь, самое главное, ничего не сказали. Какие листья, ебать. Какие листья, ебать. Ой-ой-ой. Какие они потрясающие зимы. Ебать, как тут. Долой сомнений. А что это? Про Пелевина какие читал рассказы? Разные всякие. When you decide, don't let me down. Cause there's nothing to be certain in my life. Все, чуваки, пойдете, я дену поеду. Я сказала. И вот результатики. Это все проделки Воланда. Бездель, это игрушка дьявола, во-первых. Во-вторых, занимайтесь спортом, не надо там по углам курить, шабить, дрочить, бля, мастурбировать, что, конечно, ноги одно и то же. Просто безделье это игрушка дьявола, я повторяюсь, вижу, ну, весь мир будет против меня, я прав, вижу. Я вдохновляюсь этим, вижу. А так, пацаны, голову не теряйте, во-первых. И всех благ вам, вижу.